сети магазинов «Алиф» новая коллекция. Огромный ассортимент кожаных курток, качественных и модных дубленок, роскошных шуб. Широко представлена мужская коллекция «Алиф». Красивая цена на куртки и меха. Улица Чехова, 12, ТЦ «ВИТ». Лето 2013 было щедрым на природные катаклизмы. В мире бушевали пожары, разливались реки, шли проливные дожди, сходили оползни и выпадали небывалые осадки. Масштаб наводнений в Германии и Чехии был оценен в миллиарды евро. У нас на Дальнем Востоке еще только предстоит оценить. Пик паводка ожидается на середину сентября. В нашем городе и районе в середине августа случился только небольшой ураган, который, к счастью, не принес серьезных разрушений. Ну, хочется надеяться, что вступившая недавно в свои права осень будет не столь драматичной и порадует нас все-таки позитивными событиями. Ну а мы продолжаем стоять на страже информационного поля нашего города и района, чтобы вы всегда были в курсе происходящего вокруг. Здравствуйте! В эфире Пушкинского телевидения информационная программа «Наши новости» и я, Лидия Михалева. Смотрите сегодня. Общими усилиями ельдигинцы вышли на субботник по благоустройству поселения. Районная власть поддержала техникой и личным участием. Полувековой запас знаний. Правдинской школе номер 2 исполнилось 50. Красивые и гибкие. Юные гимнастки выступили в честь дня рождения города. А теперь об этом другом более подробно. В конце прошлой недели администрация поселения Ельдигинское вместе с жителями вышла на субботник. Обычно уборку территории проводят по весне, но в Ельдигино решили поддержать порядок еще и осенью, ведь работы на территории поселения хватает. Администрация Пушкинского района поддержала этот почин и тоже приняла участие в субботнике. Они уже погибли, эти деревья. Их коронировали несколько раз, вон макушку, видите? Вот все сюда выбросили. Вот это и есть глина. Территория у нас открылась, лицо открыло свое, заиграло красотой, потому что природа очень красивая, но вот эти заросли нужно немножко очистить для того, чтобы и людям можно было нормально проходить, ну и красоту навести порядок. Я вот очень довольна, и сегодня обсуждать это буду со всеми главами поселений. Такой пример, он настолько важен, потому что результат действительно налицо. Губернатор требует от нас порядка на всей территории Пушкинского района. Вот поймем с главой администрации Маргарита Семеновна, мы решили это дело по требованию губернатора устроить все. Вот на сегодня начали мы здесь сделать субботник, а так мы сейчас каждый день будем делать по всем районам Пушкинского района.
первый понедельник месяца, 2 сентября, как всегда, состоялось расширенное заседание районной коллегии. Это разбавило череду праздников. Накануне Пушкин отметил День города, Вашукина и Царева прошли Дни поселений, а 2 сентября в этом году стал Днем знаний. Несмотря на все это, на планерке речь шла о насущных проблемах. С подробностями Алена Якубовская. Автобус хороший, красивый, новый, поэтому я была сама лично в 14-й школе. Как бы у родителей вопросов нет, все довольны. На канализационном коллекторе от Софлина 1 до поселка Софлина имеются в двух местах утечки. Это в районе Метрополия и в районе, здесь у нас улица Мичурина. По данным вопросам письма направлены для того, чтобы приняли меры по ликвидации аварийной ситуации. Серьезное мероприятие, выбор губернатора. Теперь это у нас будет исполняющий обязанности губернатора Московской области. Сейчас особое внимание уделяем. Большая просьба лично, как руководителей, отследить явку своих людей, членов их семей на выборные участки и проявить здесь настойчивость. Очень важно постараться, то доверие, которое мы окажем губернатору, вернется к нам социальными программами, и они нам всем с вами нужны. На полувековой юбилей Правдинской школы номер 2 приехали не просто почетные гости, а давние друзья учебного заведения. Для большинства из них школа в Правде – это альма-матер и настоящий второй дом. На празднике побывала и наша съемочная группа. Замечательная школа, наша Правдинская 2. Мы тебя все очень любим. С днем рождения! Ура! Здравствуйте всем, кто пришел сюда. Наверное, 50% работников нашего предприятия закончили Правдинскую среднюю школу номер 2. Их дети закончили Правдинскую школу номер 2. И сейчас внуки заканчивают, а у меня племянница учится в 3-м классе. Так что у нас все связано с этой школой. Один человек и делает историю, и делает группа людей. В данном случае наш коллектив. За 25 лет своей работы в этой школе она, конечно же, стала для меня родной. И вы все, уважаемые коллеги, стали мне родными и близкими людьми. Много лет работая в Правдинском поселении, мы всегда тесно решали с Натальей Волной и с коллективом школы такие все хозяйственные вопросы. Мне вот приятно, допустим, что эту школу заканчивал и мой сын Александр, да, который идет по жизни уверенно, то есть тоже это совместный наш труд. Молодые и энергичные, старик мой.
И еще об одном приятном событии в Правдинском. Ноутбук, сканер-принтер и ксерокс. Именно такие подарки вручил глава Пушкинского района и городского поселения Правдинский Андрей Кузьменков многодетной семье. Эта семья живет в Правде, и администрация поселения часто оказывает им помощь. Как отреагировала на подарки многодетная мама Татьяна Доронина и ее семеро детей, увидела Алена Якубовская. Лизочка, да. Вы чем увлекаетесь? Я увлекаюсь техникой очень люблю. Техникой, да? Да. Ну, замечательно. Я вас благодарю, что вы выделили время, да, подойти. Все, вам успехов, здоровья. Спасибо. Да? Спасибо, ну, все. Большое. Давай. Спасибо вам. Спасибо, Андрей. До свидания. У меня 7 детей. Вот. Две девочки, старшей девочке 14,5 лет и 5 мальчиков, маленькому самому 2 годика и месяц. Вот. Мы живем в двухкомнатной квартире, квартира смежная, вот, 4-этажная. Дом у нас кирпичный, хрущевка старая. Конечно, тяжело, но живем. Да, Тёма? Тёмочка, скажи, проходите, Тёма. Самый маленький наш. 2 годика, да, ему? 2 годика. Ну да, у нас проходимость хорошая была. Я поняла, что он мне нужен, стал с того момента, как у нас появилась информатика в классе. Я посмотрела, что уже все занимаются, все знают, а я даже общаться с ним практически не умею. По алгебре высчитывать там сложные уравнения, по биологии доклады писать. Помимо ноутбука я попросила еще принтер, чтобы мне можно было делать доклады. И город дарит подарки, и администрация района. Всегда помогаем. Когда они обращаются к нам за помощью, мы, соответственно, стараемся таким семьям помогать, чем можем пока на сегодняшний день. Покушать с собой, они там по территории мне набегаются. И ходунки вот Артем красит ручку. Сейчас одеваем. А теперь немного о спорте. Соревнования по художественной гимнастике проходят у нас в городе 2 раза в год. Весной это турнир «Цветущий май», посвященный Дню Победы, а в августе гимнастки соревнуются в честь Дня города. Это уже традиция. В пятницу, 30 августа, в Дворце спорта юные гимнастки из нескольких городов России поздравили пушкинцев своими яркими выступлениями. Будем надеяться. Начальная фигура, конечно, должна быть. Смотрим всегда на родителей. Данные связочки мягкие должны быть у ребенка, чтобы ее было легче растянуть шпагат. Гибкость спины также.
сейчас будет на серьезный старт у девочек. Отбор на чемпионаты и на юный гимнаст. То есть поэтому гимнастки должны опробовать свою программу новую, потому что поменялись правила в художественной гимнастике, и сейчас им это необходимо. Очень люблю, потому что это мой родной город, я здесь родилась и все свои 18 лет тут жила, поэтому люблю этот город. Я должна быть благодарна своим тренерам, маме Назару Николаевне, которая является по совместительству моим тренером, и Ирине Викторовне Киевец. Наверное, благодаря им я достигла всего. Я хотела бы пожелать своему городу дальнейшего процветания, чтобы мэр всегда делал все во благо городу, чтобы всегда все было хорошо, и никто никогда не говорил, что вот Пушкина, что все всегда восхищались городом. И далее анонс от наших коллег на радио. В четверг, 5 сентября, в прямом эфире на Пушкинском радио выступит Татьяна Евгеньевна Семенец, председатель территориальной избирательной комиссии Пушкинского района. Разговор, конечно же, пойдет о предстоящих выборах 8 сентября. В чем особенность голосования? Как будут оборудованы избирательные участки? Где получить открепительный талон? И можно ли проголосовать на дому? Эти и другие вопросы будут обсуждаться в радиостудии в прямом эфире. Татьяна Семенец готова ответить и на вопросы радиослушателей. Звоните по телефону редакции 534-36-50, московский номер 993-36-50. Итак, передача начнется завтра, 5 сентября, в 18 часов 10 минут. И теперь наш анонс. В этом месяце прямой эфир с главой города Сергеем Гулиным запланирован на 18 сентября. Уважаемые телезрители, мы просим вас заранее задавать ваши вопросы, чтобы мы могли подготовить репортаж о вашем дворе, подъезде или квартире. Звоните нам в студию по телефону 993-3909 или 534-3909. Ждем ваших вопросов. С началом учебного года многие родители озадачены вопросом питания детей в учебное время, а именно, что лучше давать с собой ребенку в школу в качестве дополнительного перекуса. По свидетельству врачей-педиатров, на сегодняшний день порядка 30% российских школьников имеют те или иные проблемы с желудочно-кишечным трактом. Поэтому к питанию детей надо подходить очень ответственно, отдавая предпочтение не бутербродам с колбасой, папы, который может, а более здоровой пище, например, свежим овощам и фруктам, отварному натуральному мясу и рыбе, кисломолочным продуктам. Мы желаем вам, чтобы в наступившем учебном году ваши дети радовали вас только хорошими оценками и, конечно же, отличным самочувствием и настроением. На этом наши новости подошли к концу. Далее наш эфир продолжит фильм о городском поселении Ашукино, подготовленный нашей съемочной группой. Ну а продолжение концерта в День города вы увидите в пятницу. Я, Лидия Михалева, с вами прощаюсь и желаю вам всего самого доброго. До свидания. В сети магазинов «Алиф» новая коллекция. Огромный ассортимент кожаных курток, качественных и модных дубленок, роскошных шуб. Широко представлена мужская коллекция «Алиф». Красивая цена на куртки и меха. Улица Чехова, 12, ТЦ «ВИД».